Собаченька, тебя домой не пускают, да? Да. Лежишь на солнышке. Пойдем, я тебе дверь открою. Пойдем, Кабась. На ухо повел. Пойдем. Все уже оделись тепло. В куртке, в жилетке. Одна я раздетая. Ну вот, опять мои походы. В аптеку, на рынок. Дошли рваные штаны до Черноморска. Вот, мед уже на 100 рублей подорожал. А почем укроп с петрушкой? По 20. Привет из Крыма. Так, ну, собственно, мне так-то больше не надо ничего. Я на прошлой неделе покупала и кофе, и чай 100 пакетов. Пока мне ничего не надо. Какая красота. Люди прям кто в пальто, кто в куртках. Здравствуйте, мои дорогие. Народ утеплился. Уже есть какие-то деревья желтые. Еще лучше. Нашел, где спать. И морду-то лапой прикрыл. Ой-ой-ой. Как будто домой не пускают кота. Смешные вы такие. Крадется, идет. Ну все. Коба, кончится сейчас твой сон. Все. Этот спать не даст ни за что. Ну где твоя совесть? Ты чего ему спать не даешь? Все, кусает, кусает. Все, добился своего. Как рано стало темнеть. Время без 7:10. Корова с Тимошей, с теленком. Маму Нину зовут. Такие облака. Вот еще один день. Вот еще один день прошел. Да. Не идет мама, да?